В пятницу 26 марта в эфире телеканала «Север» в 18.20 и 18.00 на ОТР мы покажем большой репортаж о юбилейном спортивном празднике «Бурандей». Познакомим с участниками событий, расскажем обо всем, что происходило в этот день на земле и в небе над Качгартинской курьей. От винта. Отвинтили. Воздушное развлечение для гостей «Бурандея» – дело рук пилотажной группы «Крылья России». Пилоты прибыли на крайний север из Москвы. На крайнем севере сложнее летать, нежели в средней полосе? Ну, только что холодно. Но в целом, если хорошо экипироваться правильно, то никаких проблем. Ну, мне очень нравится. Классная погода, солнечный день, ясный. Мороз ни капельки не расстраивает. Да. Люди, атмосфера – все круто. А в небо над Качгартинской курьей паралеты взмывали на протяжении всего праздника. А одним из самых ярких выступлений стал номер «Рождение дракона». Высший пилотаж показал руководитель мотопарапланерной группы Игорь Потапкин. Город очень понравился. Такой уютный, такая энергетика хорошая, добрая. Чувствуется, что люди северные, свои родные такие. Я сама с Дальнего Востока, поэтому чувствую такую близость все равно. Здорово. А расскажите, как вы давно занимаетесь парапланерным спортом и каких успехов? Ну, на самом деле, всю сознательную жизнь еще с детства начал прыгать. Это в 14 лет. Парашютный спорт, потом парапланы, самолеты и все такое прочее, все, что в небе. Оно очень интересно. Напомним, большой репортаж со спортивного праздника «Бурандей» вы сможете посмотреть на телеканале «Север» 26 марта. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, телеканал «Север».